Нарушителей казахстанского футбола теперь будет проверять финансовая полиция. В Астане между ведомством и футбольной федерацией подписан меморандум о сотрудничестве. Стороны намерены бороться с противоправным влиянием на результаты официальных футбольных матчей. В частности, это подкуп футболистов, судей по футболу, тренеров, руководителей команд и других участников. Нарушители будут наказаны в соответствии с казахстанским уголовным кодексом.